Ни хрена себе! Наверное, вы приработники! Черт, я и не знал, что я уволил столько человек! Арсенал открыт! Давайте, ребята, надерем этим зомби задницы! Да, всем привет, с вами ТДС, мы продолжаем проходить Postal 2 Apocalypse Weekend. Воскресенье у нас наступило, и Брайан уже сдох, черт. О, эта штука хорошо действует. Надо убить 80 зомби. Эти хрени вначале все лучше взорвать, чтобы потом они случайно прям перед рожей не взорвались и не натворили до хрена хаоса. Так вот. Так, вот и арсенал у нас здесь. Оу. Так. Тут немножко как-то все больно. Так, потушу вот эту хрень. Или она не тушится так? Ну ладно. Но нет, все-таки она потушилась побыстрее, чем вот это все остальное. Да хрена оружие. Все просто что только можно пожелать. Так. Напалм. Просто вообще классно. Да. Так, у меня всего уже максимум. Ну, ладно, что ж. Воу, полегче, зомби. Зомбяк. Ты, вероятно, не думал, что тебе суждено умереть. Сюрприз! Так. Не толпитесь, у меня пуль на всех не хватит. Тут всякие хрени еще есть в доме. Дополнительно тут есть где-то штука с коровьей головой и с пиццей. Такое необычное сочетание. Вы, вероятно, думаете, вот, что я не очень хороший. А нет, человек. Тут нету пицца, мне показалось. Атку у меня и так уже максимум, лол. Бывает, это дом, конечно, вообще классный, такой огромный дом, блин. Жить, наверное, в нем вообще в кайф. Оу. Опасный. Они спаунятся тут везде просто. Пожалуй, я вон туда пойду. Тут по полянам можно забираться. И тут на крыше есть одна классная штуковина. Коса! Вот ею можно разрезать тело напополам. И тут я хочу повеселиться. Потому что это одна хрень есть, о которой не все знают, но она классная. Так. Так вот я делаю. Убиваю всех. Убиваю тебя. Так, подожди. И вот так вот. Да. О. Мать вашу, эти уроды в школе! Мочи ему, да, звонов! Теперь этот зомби... Этот зомби на моей стороне. Это нехорошо. Так, это действительно нехорошо. Ау. Так, мне еще до хрена надо убивать. О.
Винс, ты что тут делаешь, просто так стоишь? Лол. Ну, бывает, чё. Фу, это должно быть больно! Мой зомби тут вот. Пытается убить чела, который вот тут где-то похоже. Ты, вероятно, и не думал, что тебе суждено умереть. Сюрприз! Давай, мочи его. Во, молодец. О, эта штука хорошо действует. Давай, его я оставлю тебе. Давай, вот так вот. Во, молодец. Конечно, как неплохо было бы сейчас зайти и пополнить запасы дробовика. Где? Перед окончанием. Круто! Вот, пожалуй, прямо сейчас и зайду. Мне всего 7 чуваков осталось убить. Ух ты, да, даже тут чувак есть. Офигеть. Это, похоже, все, что осталось, да? Да, больше ничего нет. Тут 2 осталось. Все. А нет, стоп. Почему они не засчитываются? Чего они не засчитывают? Во. Ну что ж, Винс, это было забавно, но мне пора. Нужно вытащить Чампа из приюта. Спасибо за помощь, чувак! Я бы тебя подбросил, но какой-то козел взорвал мою машину! Эй, приятель, тебе бы надо купить новые шмотки. Могу помочь тебе заработать на них. Я сдержу переполняющее меня желание убить тебя на время достаточное, чтобы ты успел выкашлять еще пару фраз, хорошо? А ты шутник. Мне нравятся шутники. Дело такое. У меня кончились урны из слоновых ног. Очень популярный товар, и детишки их любят, но... у меня люмбага, так что я не могу охотиться сам, понимаешь? Врач запретил. Завали для меня несколько толстокожих зверушек, и я хорошо тебе заплачу. На новую футболку точно хватит. И до города я тебя подброшу. А заодно ты бесплатно получишь эту прекрасную косу. Ты только посмотри, какое качество. Не то, что это мексиканское дерьмо. Ну как, согласен? Звучит заманчиво. Что ж, приступим. Время – деньги. Итак, у меня в руках коса, под ногами у меня тоже коса. Очень классно. Это прям напоминает мне то, как все было в лесу в Shadow Pain. Я подбегал, брал еду у прохожих, прохожие сразу пугались. То же самое, абсолютно. Ничего не изменилось. Тут у них даже ничего нет, но если я сюда встану, они все равно испугаются, да. Тут в конце игры есть такие две штуки, если которых выполнишь, там дополнительные читы откроются, не то чтобы мне они были нужны. Одна из них это, чтобы Брайан выжил, что я не смог сделать, а вторая это убить всех косов, только используя... Ой, то есть убить всех слонов, только используя косу. Так вот. Только с помощью... косы их всех убивать. О, слоны уже разозлились. Ясно. О, и один уже сдох. Они сами по себе каким-то образом умирают.
Они злые. Да уж. Уже 4, я убил всего одного, 3 сами по себе сдохли. Лол. То есть, когда они идут, когда они бегают, тут такой топот слышен, и экран немного подтрясывается. Воу, дерево-то как они откинули. Надеюсь, то, что они друг друга убивают, это не засчитывается за то, что типа я их убил не косой. Так, всего 7, да? Воу, так, полегче. Так. Деревья тут они просто все сшибают. А я под водой, и мне норм. Так. Люди там ходят, как ничего не бывало. Да, я слышал, они где-то там деревья опять все сшибают. Вон. О, еще сдох. Сами по себе они сдыхают, я не знаю, как так получается. Они походу друг друга врезаются и умирают от этого. О. Ой, 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 ух, он меня чуть не убил. Ну, это с ней чуть не ударил. Убить он меня с одного удара не смог бы. Это я точно знаю. Они, надеюсь, там оттуда сверху на меня не посыпятся. О. Посыпался слон. Ну-ка. Оп. Весело. О, еще слон. Застрявший в текстурках. Еще один где-то там гуляет. Я не помню, тут наверху есть что-то интересное или нет. Ух ты, со всех сторон прут. Так, осталось еще 4. Упс. Так, надо тогда запрыгнуть его вот так вот. Вот тут, да, еще? Слоник. Блин, я тут, надеюсь, не умру. Нет, отлично. Ух! Ни хрена себе он меня откинул. Воу, это было... Это страшно было. О, еще один. Предпоследний. И где еще один? Так. О, заспаунился. Вот только что вот тут вот. Заспаунился. Все. Я выиграл. Прошел эту миссию. Отлично. Слонов! Мочи его! Отлично! Детишки будут так рады! А теперь давай-ка убираться отсюда, а то придет лесник, и я свалю все на тебя! Алло! Привет, чувак! После того, как Майк подхватил бешенство, у нас некому стало заниматься маркетингом. Мы готовим презентацию издательства, и нам нужно что-нибудь крутое, грандиозное. Нужно привлечь внимание прессы. Что-нибудь такое, чтобы все рыхнули. Сделаю. Людям нравятся фейерверки.
Хороший фейерверк точно привлечет внимание прессы. Все ахнут, можете мне поверить. Но мне понадобится пиротехника. Надо переговорить с парнями из Аль-Каиды. Они, как никто, разбираются в этом деле. Надеюсь, они не держат на меня обиды за ту резню, которую я им устроил. Хотя, какая разница? Снова к нам проник этот неверный. Убить его во имя Аллаха. Мой президент Чак Хестер, получайте по заслугам, грязные обезьяны. Это почти как Тора-Бора и канализация. Примерно вот все то же самое. Только тут еще повеселее. Круто. Так, тут ничего опять же нет. Злые. Извините, у меня что-то с нервами. Походу, один чувак вон там просто взял и бежит в стену. Они любят это делать. Интеллект у них так немного тупит. Ну, кого я обманываю? Они немного. Да, походу, он так и делал. О, трубочка. Отлично. Блин, тут не получается их раздолбать, эти магнитофоны. Ой-ой! По одному. Извините, мой президент Чак Хестон, получайте по заслугам, грязные обезьяны. Сел, то я тебя не убью. Наивный. И цели тоже заодно сломаю все. Отлично. Круто. Еды у меня до хрена. Так, мы не уже. Хотя мне еще совсем не обязательно было жрать, потому что тут аптечка, но и да ладно. Так, пистолетные патроны. Вот так вот. Так-то, это он с чем? С автоматиком? Ладно, я его бью, и сразу появится тут чувак еще, который будет с базукой. Вот я сразу его убил тоже, отлично. Пончики, до хрена у меня... Пончиков, это тоже классно. Давайте здесь все сюда. Политически корректным было бы выглядеть сначала женщиной, но... Да блин. Урод тупой. Так вот вам. Ой. Мне нужно поискать лекарства. Так, автоматики подбираем все. 400, все, максимум. Так, там наверху есть что-нибудь такое, что я могу подобрать? Не. Всего у меня уже до хрена. Окей, идем дальше. Ух ты. Классно.
Ой, ой, со снайперкой? Не-не-не, это плохо. Даже попасть мне не может со снайперки, вот он плох. Вроде по водичке там можно так поплавать. Да, он такой. Оп-оп-оп, правда, она не глубокая, но все равно. Забавненько так получается. Дробовик с такого расстояния неэффективен, чуваки. Понимаете? Ой! Кто это там такой умный самый? Ты, да? Ты дебил. Просто тупой. Ну, конечно, дебилы умные убивают, но этот дебил очень тупой. Тут можно так вот сделать? Нет, просто это минное поле. Вот эти штуковины, вот эти, это мины, а все остальное нет. Тут еще сейчас на меня нападут ведь. Я точно знаю. Да ладно, нет. Так. Да блин. Ты не еще не умер. Вообще а живой. Как бы вам понравилось, если бы вас назвали сумасшедшим? Эй, неверный. Мне нужно поискать лекарство. Так, опасно. Ой, как ты тут оказался? Сзади, что ли? Крыса тупая. Не знаю, зачем я эти хрени ломаю, просто так мне нравится это делать. Так. Вау, вау. Так, 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 так. Эти я был? А, это да, я там был. Ой. Тупой. О, отлично, с одного удара убил. Ну, не убил, точнее. Круто. Разрушил. Их надо издалека бить, тогда они разрушаются с одного удара. Ну, не совсем. На, я так и подумал, что один из них свалился вниз, а потом он зашел сзади. Так. Ага. Ясно все. Ай. Замечательно, я был наверху, а теперь я внизу. Ну, блин, что за игра? Классно просто. Вообще. Моя мачете есть, так, дробовика. Отлично. Так. Ну, лохи.
Да как он так? О, умирает? Эта штука. Хорошо. Еще один, да? Ну, сколько у вас тут еще будет, а? Ай! Я могу просто стрелять в одно место, в конце концов я их всех убью, потому что они все встают в одно и то же место. Так, я сюда ведь не могу залезть, да? Опс, так аккуратно, да, похоже, не могу. Ну что ж, ладно, идем дальше. Коса опять, еще одна. О, на куски. Он еще... Что? Как он еще жив? Это что за хрень? От этого может остаться шрам. Нет уж, не надо мне тут. Вау. Эпик. Хочешь? А я тебя заставлю. Да, блин, вон туда. Привет. Ладно, так. А мне нужно поискать лекарство. Во, другое дело совсем. А, ты вон там, да? Все, тебя там нету. Точнее, ты там есть, но ты уже сдох. Там нету твоей души. Так, мне уже лучше. Мне тоже. Только мое. Кто там со снайперкой? Ты что ли? Да, он в стену стреляет. Он так тупой. Вон, я попал, да ладно. Вау, ничего себе, 5 всего здоровья снеслось. Да уж, когда я в них попадаю, они сразу умирают, а вот мне всего 5. Я не знаю, зачем я это делаю, просто это весело, взрывать эти все машины. Так вот. Красненькие типа такие. На ранг выше типа такие. Крутые поцики. Ой, не надо мне снова по лесенке. Да не надо мне по лесенке. Вот, все, идем вот сюда. Подземелье, лагерь террористов. Лестница тут даже свалилась. Извини. Да, я не специально, знаешь. Эти хрени не взрываются, ясно. Надо взрывать только те, которые... Ищ! Те, которые такие, как ракеты. Две музыки одновременно играют, так они перемешиваются. Ой, лол. Я так не могу уже подобрать. Ой. Ой, ты тупой. Ах вы все. Твари. Кружили ведь. Твари. Круто. Это прям как телефон. Мой. Ну не мой, в смысле, чувака. Сейчас сзади еще. Ой, пошел в жопу. Круто.
Нет, мне сюда надо. Тут оружие есть, дофига. Определенно нужно еще. Вау. Ой, тут все бомбануло, мне даже рома не нанеслось, вау. Прикольненько. Ой! Хрена себе! Хо, жестко. Не нанеслось урона, называется. Все, я все обследовал. Здесь я тоже был. Оу! Да, это хуже, чем зубная боль. Согласен, хотя у меня и зубной-то боли особо не бывает. Так, теперь опасно очень. И не долбите черпу, мне нужно поискать лекарство. Так. Ой, ну ты уже немножко ты поумнее. Ты не. Ха, ты кас тоже. Блин, меня как-то назвали на вас надо. Вот так вот. Все. Ты сдох. Лалка. Так, надо, тут сейчас появится чувак с базукой, он сейчас будет обезвредить. Ой. Как я застрял? Что за бред? Так, мне уже лучше. Я не застрял, ни хрена. Дурак тупой. Дурачок. Вот тут я даже урон не получаю, ничего, норм. А, это залезай. Заныкался, блин, там. Я знаю, что ты. Так, мы уже дальше. Да. Да так, унизительно. Пойду-ка я лучше отсюда. Я уверен, что смогу разобраться с этим. Осторожно! Бегите! Бегите! Да, нам надо тебя сюда убегать, опасно все. Воу. И они снова тут все появились, уроды эти. Тут сейчас все куда более напряженное. Военные нападают на эту базу. Ха, вот вы дебилы.
Имеете понятие, что ли? Вылезать. Прощай. Мда. Так, мы не уже. Сюда мне смысл идти, сейчас все обвалится. И что так вот все, пожалуйста, вот так. О, эта штука хорошо действует. Во-во-во, полегче. Люблю. Опасно такой. Воу. Какашника какие-то с неба еще падают. Что за камень? Блин, тут что за хрена? Блин, со всех сторон. Окружают тупые уроды. Меня мало еды осталось, офигеть. Теперь я не чувствую своих ног. Опасно. Опасно-то как вот. Еще один. Тут уже почти ничего уже и не осталось. Так, мы... Дофига, это же аптечка есть. Ну вот, что ж. Так вот, я тупой. Давай, возвращайся сюда, ты, урод тупой. Террорист. Круто. Неверный, иди сюда, я тебя порешаю. Вот так вот тебе по твоей роже не бритай. Ой, как тут, похоже, больно все. Оу! А, вот это что? О, эта штука хорошо действует. Кто еще от меня стреляет? А, вон ты. Офигевший, блин. Так, огненный. О, эта штука. Круто. Ой, тут тоже не пройти. О, все, я выбрался, ура! А, тут лесенка не появилась, тут вот так вот все обвалилось еще больше, окей. Я уже прошел через, типа, эту дверь, сам этого не замечая. Окей, так уж и быть. Оу. Оу, оу, оу. Оу. Пипец, надо убить этого урода. Так вот, все. Они, походу, меня не видят, когда я вот так вот еще стою. Поэтому они меня и не атакуют. Правда, я вроде не могу вот так вот делать, когда я на лестнике, да. Не могу. А теперь они меня уже атакуют. Подумали, они реально так меня не могли увидеть. Интеллект там искусственный не позволял. Так, ты где? Ой, тут все бомбит. Так. По тем же местам в обратном порядке, только все это уже превратилось из трех локаций в одну. Так. Вот этот домик я по нему шел, да. Это я ломал, почему это снова тут появилось?
мой президент Чак Хэстон. У него даже мачете было. Так. Сюда не моя, не могу, поэтому вот сюда иду. И сейчас у меня сразу все-таки... О! Так, сюда я тоже не могу. Ты дебил вообще. Конченый урод. С базукой прям в здание, блин. Маньяк тупой, идиот. Осел. Так, сейчас тут меня попрут пацаны с косами и с мачете. И не толпитесь, вот у меня. Тут меня еще бьет. Все, да? Да. Мне нужно поискать лекарство. Все. Лесенка тоже отвалилась. Тут уже ни одной мины не осталось. Они, походу, все уже в... Все уже взорвались эти мины. Сейчас тут упадет дерево. Ты почему не сдох? Нечестно. Так, это хрен урон наносит, ясно. Понятно все. Так. О, он даже не попал в меня. Воды там тоже не осталось почему-то в этой яме, куда-то она исчезла, непонятно куда. Так, базука у меня максимум, аптечку съем и выбираемся отсюда нафиг. Все, этот уровень пройден. Я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Арестован как исламский террорист. Какая глупость. Они что, не знают, что мне нужно заниматься маркетингом? У меня вообще ничего нету. Прикольно. О, я могу сквозь него идти. Как же мне отсюда выбраться? Так-так-так. У меня с собой только коробка спичек и легко воспламеняющийся сокамерник Талиб. Да. О, теперь я умираю. Ну-ка. Ты даже не настоящий труп, ты просто хрень какая-то непонятная. Так, тут надо обыскать все камеры, найти оружие, все, что возможно, чтобы не отбиваться от военных просто так, пустыми руками. Не пинать же мне их, этих военных, блин. Так. О, отлично, вот сюда я могу еще пойти. РВСник, блин, ну что ж такое, его-то то тоже тут. Ну окей. Значит, идем сюда к лифту. Из лифта сейчас военные вылезут. Ура, патроны. Аптечку бы еще съесть. Ну, где-то вроде тут они должны быть поблизости. Ну ладно, найдем. Еды-то у меня нет, и трубок тоже. Ч
Так, Хестон, получайте по заслугам, грязные обезьяны. О, аптечка. Что-то я даже и не заметил. Отлично. Надо от них так уворачиваться тогда. Да не надо мне сейчас гранаты выбирать. Уворачиваться от них так, тогда все будет очень даже хорошо. Они слишком сильно будут попадать. Так. Все как раз над камерами. Тут все, они могут за нами следить, что мы делаем. А вот здесь был я. Он тот самый урод, которого я поджег. Так. Ага. Комната. Вот эта комната, она выглядит так, как будто у меня глюки, хотя у меня нету сейчас. Так. Тут что, тут лифт. Как он меня напугал-то, пипец! 69 здоровья. Так, тут никого, я надеюсь, нету. Нет, тут я уж себя, походу, перебил. Блин, мне еда нужна или аптечки, что-нибудь. Надеюсь, он тут сейчас не упадет, не взорвется все. Аптечка, ну пожалуйста. Гранаты еще? Вот дебилы. Идиоты. Я расист. Я убиваю поровну людей всех раз. Да? Ой! Черт, что делать? Мой президент Чак Хестон, получайте по заслугам, грязные обезьяны. Я ж попасть или не мой, а вот попал. Ой. О, аптечка. Так, правда, одна, всего этого мало. Ой, это что? Да что ты прячешься, как тупая крыса. Блин, это трудный уровень. Черт, у меня здоровья мало. А врагов много. Еще заспаунились. Я слышал, как они спаунятся. Где? Да как ты здесь оказался, тварь? Блин, у меня очень мало здоровья. Просто крайне, критически мало. Аптечки. Есть аптечки, пожалуйста, дайте мне аптечку. Туда вот как-то можно пробраться, я не помню как. Как туда можно запрыгнуть. 34 хп, блин. Задница-то какая. Извините, ой. Мне нужно засунуть кишки обратно. Отлично. От них я избавился. Так. Тут что ли? Туда запрыгивать? Похоже, что нет. Но где-то здесь можно туда запрыгнуть. Это я точно в этом уверен. Абсолютно. Или даже не запрыгнуть, а как-то еще забраться. В любом случае, это сейчас не главная проблема. Главная проблема это... Это сраная аптечка. Она мне... необходима. Жопа, задница, говно! 29 хп. Двадцать шесть уже.
Так, мне тут никак ведь не забраться, да, нигде. Надо, значит, оттуда вот как-то идти. Вот в эту комнату надо как попасть, я не помню совсем. То есть я не совсем помню как, но вроде вот здесь вот это где-то. Больные во все. Надо издалека это все делать. Блин, блин, жопа-то какая, тупая. Восемь. Здоровье, 8. О, вот сюда. Ох. О, бронежилет, да это же вообще замечательно. Да. Да. И вот сюда. Так, что тут у нас? Я вот не помню. А тут, я надеюсь, что тут будет аптечек много. Да хрена аптечек. Трубка, ох ты, трубка. Может, все-таки придется мне ее выкурить, потому что у меня нету выбора. Это может мне повредить, но я чувствую себя потрясающе. Просто замечательно. 8 было хп, теперь 125. Ну вот разве это не круто? Это замечательно. Все, теперь я готов тащить. Давайте, уроды. Шо? Ага. Я вас слышу. Ты же лучше дернуть, если слишком много здоровья не терять. Извини. Да, извини, я не специально. Самое хорошее то, что здесь слышен тот момент, когда они спаунятся. Такой звук, как вот такой вот звук. Сейчас. Вот такой вот звук. Бывает это, значит, что они спаунятся. Ух ты, нифига себе. Незаметный, блин. Как ниндзя. Ой, ты тоже. Ну ладно, пошли сюда. Да, так. Угу, снайперка теперь у нас есть. Да, но все равно какой-то не тот. Тут хотя бы местность более открытая, это хорошо. Пш, дебил. Такой тупой, ой-ой-ой. Тупой, ой-ой-ой. Действительно, нафига я так сделал? Так, ты. Давай, убегай, трус тупой. Военные называются, трусы сраные. Ой, тут как-то все опасненько. Так, а здесь я был? Нет, похоже. А, да. Я отсюда, похоже, и пришел. Тут как-то все немножко по-другому стало. А, вот я типа вон оттуда, да? Ой. Да, я типа вон оттуда, но там теперь уже закрыто. Вот ты, лох, откуда ты так упал-то? Оттуда, что ли? О, да еще один. Псарни, ангары, вход, казармы, оружейня. Да. О, аптечка. Вот сейчас она мне уже нахрен не нужна. Блин, вы издеваетесь просто. Когда нужна, ее нету. Когда она не нужна, она есть.
Нападет вы меня с такого расстояния? Опа! Чё просто? Да тоже, да, неплохо забраться. Там вроде какие-то оружия еще есть, да? Побольше. Так, тут есть эти военные? Нет? Пистолетик, базука, напалм. Да не надо мне его выбирать. Все, да? А, и гранат. Замечательно просто. Ну, с этого момента, да, у меня проблем уже не будет. Тут сюда достаточно так нетрудно. Тут ничего. Ой. Ой. Военные, да? Да, да ладно. Вот даже не верится мне. Так. Это хорошо. Автоматики у меня максимум, да, уже автомата. Нормально. Так. Надо тихо. Чтобы они меня не спали, чтобы их так со спины. Блин, со спины не получилось. Я предоставляю всем равные возможности. Это, кстати, даже. Это правда. Так, тут что? Ножницы. Нахрена мне ножницы? Я что, ножницами что ли буду их убивать? Это же несерьезно, абсолютно. Так. Да не прокатит, я знаю, что здесь пистолет есть. Я чувствую себя прямого. Блин. От трубок ведь все. Засунь кишки обратно. Так, аптечка. О. А? Мне блин, нафига я вторую взял, зря. Зря я вторую взял. Определенно зря. Блин. Я, ну, ничего, себя. Надеюсь. Не очень хорошо. Блин, у меня еще и ломка появляется. Да не надо мне как цели сейчас. Так, нет, там я был, мне вот сюда. Так, снайперки, патрончики. И вот это я еще. Знал, что ты тут. Будут одни неприятности. Ну уж нет, тебе не убить меня, псих. Да неужели? Ну ты. Ну вы наивные ведь, а. О, отлично. Я ломка прошла, здоровье отнялось, ничего страшного. Так, у меня две еды есть. Все, у меня нету две еды. Что бы ты ни говорил. Ой. Так, у меня снайперка ведь есть. Полегче. Что это еще за приколы тут? Ёл. Меня понимает только мое оружие. Вот тупой. Ой, снайперка. Не по кайфу. Где ты? По-любому вон там, да? Да.
Нет, пока я не буду их взрывать, потому что для этого будет еще более подходящий момент. Так, тут аптечки опять же нет. Ладно, ладно. Собачки, песики. Давайте, идите сюда. Лошара. Так, сюда вообще есть смысл идти? Не знаю. Ладно, пожалуй, пока не пойду. Так вы же сейчас снова все загоритесь. Нет, как? Нет. Каким образом? Я предоставляю всем равные возможности. Блин, что-то как-то немножко все еще жестковато. Так, вот мясо. Warning, guard dogs and patrol. Да, я заметил. Ой, еще песики. Так. Она сгорелась? Да. Их даже две. Отлично. Прям по яйцам те. Смотри ты уже. Вот. Бам-бам. Бам-бам-бам. Так, аптечка, мне нужна аптечка, пожалуйста, дайте мне аптечку. Так, тут сейчас появятся два урода с базуками. Он оттуда вот. Вы дебилы, полные идиоты. Так, это новый убил. Где второй вон? Все, отлично. Фух. Хорошо, что они у них были не самые наводящиеся, а то это было бы так жопно. Просто. Ой, бесконечная степень жопности. Три патрона осталось. Где-то еще один тут есть, я знаю. Ой. А, он тут гранаты, да блин, это же не серьезно, чувак. Все? Вас больше нету? Ой, есть. Да, еще один, да? Да. Все, у меня снайперки нету. Ну и ладно. Аптечка. Где аптечка? Мне нужна аптечка. Срочно. Ой. Тут вроде есть аптечки наверху. Я ведь прав, я надеюсь, что я прав. Да. Круто. Одна всего, ну давайте еще одну уж так для прикола. Чтобы уж совсем все было отлично. О, эта штука хорошо действует. Вообще отлично, знаешь, я сам был удивлен, когда попробовал первый раз. Блин, уже урон получил. Ну, что за хрень? Так, а там что? Ничего. Идем дальше. Так, а здесь что?
Ух ты, целая нихрена. Прикольно-то как. Итак, третья часть. Вот мы тут. Давайте идите все сюда. Лошары вот такие. Я называю это реформированием соцобеспечения. Так вот, прикольненько все. Тут как-то какие-то. Так. Меня понимает только мое оружие. Да, бывает чем. Так, ладно, пошли на лифт. Я просто так шучу. Так, ну что, ты сдох уже? Да. Вы вообще не серьезные чуваки с кувалдами. Кого-то вы мне так, что-то сделаете. Ну да. О, это должно быть больно! Да, я думаю, это очень больно. Ты куда, тру? Я к тебе. О, лифт поехал за подкреплением. Вот тут, если все, если попадешь в ракету вот такую, то все бомбанется. Просто в жопу. Поэтому военные тут все с кувалдами и бегают, они боятся, что они все тут сами подорвут. Но это хорошо, я их тогда могу расстреливать, они мне ничего в этот момент не могут сделать, это очень классно. Ой, с пистолетиком, вот тот, который еще оттуда убежал. Ой. 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 И тут, походу, еще один вот здесь вот будет, и все. Все. Отлично, мы здесь. Не знаю, что это, но уверен, что взорвется это красиво. Как только я отсюда выберусь, отвезу это в Bullfish Interactive. Угу, это термоядерная боеголовка, ура! Итак, господа, мы в аду. Весело. О, очень весело. Так-так, либо у меня опять приступ головной боли, либо один из создателей игры постоянно курил траву. Скорее второе. Хотя и первое тоже. Собак всех надо так завалить, чтобы они свалились вниз. И все. И сдохли. Такой патрон для дробаша как раз. Так. Сюда. И сюда. Тут эти опять уроды. Уроды. Они друг друга все мочат. Прикольно. Просто жесть это вытворяется здесь. Ну классно. Вот так. Все. Вас нету. Все, вас нету, отлично. Я вас всех завалил, не потратил при этом здоровье абсолютно. Так что отлично вообще все. 78 хп, отлично просто, да. Я уж сказал отлично, мне кажется, что я это уже сказал очень много раз. Так, идем сюда. Так, сейчас лифт приедет с подкреплением, это плохо. Так. Военные, давайте, уроды тупые.
Так. Так, 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 так. Да, давайте идите сюда. Я слышу вас. Вот где-то здесь. О, вот псих. Так, топливо базуки. Нормально. Я предоставляю всем равные возможности. Угу. Замечательно. Так. О, о, да ладно. О, Дал МД-5 Weapon of Mass Destruction, который я нашел в пятницу в Тараборе. Я его нашел еще раз, на этот раз уже воскресенье, на военной базе. Бронежилетик. Опять какие-то там бутылочные звуки. Ой. Военные снова появились. И еще. Ой, гранатка. Я знаю, что ты думаешь, но как это не забавно, я никогда не любил видео. Ух ты, ни хрена себе, тут сколько аптечек. Вот когда они нужны, их круто, нету, когда... У меня и так здоровье до хрена, и без них нет. Их тут сразу штук 20 в одном месте валяются. Ну, что за нечестность? А вообще не по кайфу как-то. Так, ладно. Идем. Пистолет, автоматики. Граната у меня уже максимальное количество, я так понимаю. Они меня, походу, из-за этой штуковины не видят. Это очень забавно. Так. Так, походу, третью часть я прошел. Наступает четвертая часть военной базы. Вот так вот. И мы здесь уже были. Меня нафига стрелять? Убивайте зомби, дебилы. Зомби убивайте лучше. Пожалуйста, не думайте, что я расист. Я убиваю поровну людей всех раз. Так, это еще взорвал. И машинку тоже взорвал. Ой, я прям отсюда смог его... Ему голову раздолбить. Прикольно. Прикольно. Вот я здесь был, я вон туда... Заходил вон оттуда, я пришел, сейчас пойду обратно. Тем же путем, что и пришел. Абсолютно тем же путем. Только, естественно, я обратно вовнутрь не буду заходить туда, где у меня была сама тюрьма. И еще один песик. Ну-ка его попробую я вообще так, чтобы он его прям... Разнесло. Нет, не получилось. Вот так вот я хотел сделать. Тут есть что-нибудь интересное? Не знаю. Ну хотя бы зомби, а не военные. Это намного просто легче их палить. Прощай, крошка. Мне еды все еще ни хрена нету. Они мне еду отняли, эти тупые. О, там песики. Но они тоже злые. Сейчас, может, они и добрые? Ну, может, они и были бы добрые. Но сейчас вот еще два... Так вот. Идем, вроде бы все хорошо, но... А,
Ах, мозги болят! Чёртова травма! Да, опять эти мелкие уроды. Ой! Что-то как-то хреново получилось. Ой-ой-ой. Блин. Ну. Блин, всю еду уже сразу потратил, чтобы здоровье восстановить. Блин, я не знал, что от ножниц такой гигантский урон наносит. Я думал, что я смогу с одного удара их разнести им голову с дробовика, но не получилось. Так, тут ни хрена. Тут что? Тут тоже ни хрена. Так тут что? Ни хрена. Кто бы сомневался? Ты еще не сдох. Как у них так до хрена жизни у этих уродов? Вроде такие маленькие, а здоровья-то сколько. Ох. Да нафиг ты! Блин, бесит, как они так уворачиваются вообще. Вот, наконец-то, блин. Надоело уже. Аптечки. Аптечки. О, эта штука хорошо действует. Супер, ой. Так. Туда, тут стекла даже нет. Ну ладно. Так, мне уже уже. Отлично, глюки прошли. Ножницы. Зомби опять. О, чувак застрял под текстурами. Прикольно. Ну, не чувак, в смысле. Военный чувак, это главный герой. Упс. Так. Так вот тебе. Так, что здесь интересно? О, аптечка. Пока не буду, может внизу еще. Так, внизу зомби, который стоит на аптечке. Патроны снайперки, граната. Все. А, вот еще пистолетики. Так. Ага, вот все. Да, съем аптечку, почему бы и нет. А мне определенно нужно еще. Нет, еще пока что тебе не нужно. О, вот тут я еще не был, офигеть. Я не знал, что сюда вообще возможно попасть. Прикольненько. Это тут реально, я никогда еще здесь не был. Хм. Прикольненько. Я там, конечно, дофига зомби пропускаю. Ну и ладно, что мне от них какая-то
награда, что ли, дается? Нет. Так, где ты? Ну ладно, а вот тут вроде что-то охрененное есть. Вон там вот или где-то еще. Это же мне не показалось? Или все-таки похоже, что показалось? Да, похоже, что показалось. Ладно. Все, я сваливаю из этой военной базы раз и навсегда. Братья, мы находимся под гнетом системы и ее зомби. Да. Белые думают, что могут командовать нами и посягать на наши конституционные права. Так их, брат. Наше право свободно выражать свою точку зрения, уничтожая все, что нам не нравится. Точно. Сражайтесь, братья. Аллилуйя. Уничтожайте неверных и зомби во имя Аллаха и первой поправки. Ради наших детей. Черт, а тут настоящий апокалипсис. Попасть в Bullfish Interactive может оказаться непросто. Это точно. Да. Хаос просто, просто полнейший. Главное на военных не нарваться, чтобы просто... Чтобы они убили вот этих уродов, которые... Террористы. Остальные все ко мне вроде бы относятся нормально. Тот чувак, он злой. Давай, военный, убей его. Отлично. Все. От врагов моих мы избавились. Мачете. Отлично. Так вы его не убьете. Я вам помогать не собираюсь, потому что если я достану оружие, вы начнете... Вы агриться уже на меня станете. Ой. На, тут не попасть сюда. Надо идти по-другому. О. Зомби тут ходят, а военным просто насрать. Так, вот сюда мы забрались. Отлично. Уже в третий раз мы гуляем тут по этому ресторану. Еще WMD. Отлично. Тут тоже все закрыто. Идем вот сюда, вниз на первый этаж. А тут кошки. Они как-то какие-то ненормальные. Они бегают просто как идиоты какие-то. Ау, ой, как-то я там вообще не по кайфу так в текстурках позастревал чуть-чуть. Вот трубочка. Классно. Единственное, что у меня есть в инвентаре. А теперь, пожалуй, я сделаю так, разовью эту дверь, чтобы я мог отсюда выйти. А, так она так и не разбивается? Блин, в Weekend Paradise она так разбивается, просто вообще без проблем. Но... К сожалению, здесь так не получается. Сейчас снова обследуем все места, в которых я был в предыдущие два раза. Ой, деньги. Зомбаки тупые. Вот тут уже двери нету. Стекло все еще на месте. Как это так? Ух ты, я его без звука подобрал. Да уж тут безумие творится полное. Так, тут снайперка опять есть? Нет, тут на этот раз гранаты, которых у меня и так дохрена, поэтому... Они мне не нужны. Ой,
Ладно. Залезу еще раз. Беспредел. 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 Да не... Вот ты нафига так бегаешь? Это же бессмысленно. Ты все равно либо сдохнешь, либо живо останешься. У меня гранат мага максимум, точно. Не забывать надо мне об этом. Вот вы дауны, вы не убьете его. Блин, ну в меня-то не надо стрелять. Да, так его. Ох ты, чуть-чуть заразилась. Интересно, она что, сейчас она сдохнет? Или как? Блин, тут все. Блин, так мне туда вот уже ведь вроде не надо идти, да? Да. Вот, тут уже даже так вот все. Все свалилось, и теперь вообще туда попасть не могу. Так, сюда. Пошли. Кто вот эти хрени обратно на место ставит? Каждый раз. У меня хотя бы сейчас и есть мачете. Вау! Ничего себе. Упс. Я хочу туда. Да ну. Я хочу туда. Может, я еще другим способом туда. Как не сумею попасть. Чуваку просто пофиг. Он идет, ему все норм. Так, тут коса. Да. Точно. Я это вспомнил даже. Так, здесь что? О, дробаш. Патроны для автомата у меня их вроде... А, нет, я думал, что у меня их максимум, кажется, нет, сколько у меня их. А теперь их уже максимум. Так, тут опять ничего нет. Это хорошо, это радует меня. Как я так сейчас спокойно вообще не... даже не пытаюсь, да туда допрыгнул. Блин, а тогда я пробовал, блин. Пробовал, у меня с трудом это получалось. Гроза тут. Деньги, которые мне абсолютно здесь не нужны. Зомби, иди ты нафиг. О, бронька хорошая. По кайфу. Да, блюй. Так, вот есть что-нибудь? Не-а. Давай, пуляй своими кишками изо рта. О, еда, да ладно. Супер. Так, я туда все-таки, мне кажется, как-нибудь должен, чтобы у меня получалось туда забраться. Как-нибудь по фургончикам, да, скорее всего, так и надо. Упс. Вот. Я же знал, что сюда можно забраться. Если не так, как раньше, то хотя бы еще как-нибудь по-другому. Трубка. Угу. Очень хорошо. Так, здесь опять ничего. Вот эти хрени, как тут стояли с первого дня, так они остались. Ну, не с первого дня, я в смысле имею в виду со вчерашнего дня. Кошачья мята, значит. Так, у меня две трубки. Это уже подает какие-то надежды на возможность моего выживания в этом больном безумном мире. Так. Тут опять же пусто, ладно. Все, я все осмотрел. Пора направляться снова в Wolfish Interactive. Так, там очень все сильно изменилось. Сейчас это мы увидим. У
Да, вот каким-то образом мы сейчас появились не там, где вход, а там, где вход на стоянку. Я никого не трогал, починял прируса на стоянке на второй поправке. А вы, твари, все же смогли вывести меня из себя. Не знаю, как я тут оказался, но я здесь оказался, тем не менее. Так, сюда не пройти, ясно. Эти машины там так стоят не случайно. Это уж я знаю точно. Тоже нельзя. Дверь выломана и очень криво стоит. Так, там военные сейчас будут. Кого-то мне их и так не хватило. Так, там ведь пусто, да? Да. Зомби как будто прям вот на вот это напрашивается. Так вот, теперь он мне служит верой и правдой. Иди сюда, зомби. Так, тут что? Кусок какой-то женщины. О-о-о-о. Блин, я поджегся очень так не по кайфу. А, мне. Все, и дым мне снова нету, блин. Как-то это так очень хреновенько. Все получается. Черт, я никого не трогал. Блин, аптечка, я же мог ее. Идиот тут. Трачу свои эти штуковины. Запрыгнуть, да? Да, так что я не смогу подобрать его оружие. И не думайте, что у меня пуль на всех не хватит. Да это, конечно, пипец. Жестоко. О, аптечка. Да. Так. Оп-оп, я прохожу сквозь занавеску, как будто ее нет. А вам слабо? Тут где-то что-то должно быть. Блин. Ясное дело, что где-то что-то должно быть. Я имею в виду, вроде, то ли мачете, то ли трубка где-то должна быть. Вон там, да, вот тут и трубка, и мачете. Я был прав в обоих вариантах. О. Военный из тех служб появляется. Пища. Ты умер? Нет, он жив. От этого может остаться шрам. Так, лесенка наверх. Оп. Мне нужно поискать лекарство. Хотя бы есть везде аптечки, это классно. Не то, что, блин. Вот это место я помню. Вот я пришел вон оттуда, вон там был вход основной. И тут я сюда такой зашел, у меня началась галлюцинация. Я пошел вон туда вот. Вот туда я пошел, там у меня закончилась галлюцинация. Но в этот раз мне туда уже пойти не получится, так как... Я в прыжке его убил. Там все завалено, поэтому туда не получится. Придется в другое место идти. Ой, больно? Что-то как-то мне чуть-чуть. И телефон до сих пор звонит. Как с субботы он еще там звонит. Уже апокалипсис начался, а телефон все еще звонит. Никто тут на него ответить не может. Как чуваку, который звонит, не лень так до сих пор.
звонить. Так вот. Так вот, что-то вроде должно быть вот здесь, вот. Нет. Нет, да. Окей. Лезем в туннельчик. Подпрыгиваем, чтобы это было побыстрее. Зомби добрались и до него, так сказать. Так, так, сейчас тут будут охранники, которых надо будет завалить. Желательно, потому что никуда опаснее, чем все эти чем все зомби вместе взятые, блин. Да сам ты Точнее, не сам, а сама. Это зомба-женщина. Так, вон оттуда я пришел. Это столовая, тут все такое разбомбил. Тут эти столы были с пакетиками с попкорном. Но с этого момента я уже буду проходить все. То есть уровень строится именно по тому же маршруту, что и в предыдущий раз. Так. Так, тут что-нибудь есть? Мачете, аптечка. Круто. Просто отлично. Так, кувалда у меня уже есть. Мачете тоже есть. Ну ладно, пошли дальше. Светло опять так. Вот я в военной базе был, еще было темнее. Тут, походу, какая-то подсветка в воздух или что-то еще, потому что и в прошлый раз, когда я здесь был, я заметил, что светло очень. И сейчас тоже. Так, еще одна кувалда. О, вот сюда я могу залезть? Я сюда еще даже не пробовал. Ни разу. Офигеть, сюда. Можно залезть. О, вот эта хрень сейчас я. Или не стоит. Мне кажется... Вот так вот лучше, там просто чувак будет с базукой. И где вы все? Окей. Вы, похоже, передумали. А вот вы появились, наконец-то, да? Я ведь не ошибся с этим звуком, я слышал, как кто-то заспаунился. Где чувак с базукой? Мне его самое главное убить. Я его не вижу. Я точно знаю, что он там есть. Ой, вы уже здесь? Ох ты. Какие вы быстрые. А вот он, позвольте, потому что он ее не использовал. Вот и правильно сделал. А ты-то что в меня даже стрельнуть не пытался? Какой-то он тупой. Так, ладно. Этих уродов я завалил. О. Молния, гром. Вот, теперь тут этот есть... Это тайный ход, который я не мог попасть в субботу. Вот он теперь открыт. Это трубочка. У меня их уже 6, это хорошо. Думаю, с таким количеством оружия, которое у меня сейчас есть, и с таким количеством трубок... Я остаток или пройду абсолютно.
тут вроде еще будут охранники, да? Да. Засунь кишки обратно. Знаешь, вы тут гуляете, тут уже апокалипсис, и вы нафига вы все еще это место охраняете? Вы идиотка. Такие тупые, ой, ой. Денежки, которые мне нахрен не нужны. Я их все равно возьму, потому что они есть. Так вот, неожиданная такая концовка моего этого стихотворения, которое даже не стихотворение ни хрена. Просто, блин, такой звук тут очень неприятный для ушей. Какой-то инфразвук. Прям вот раскалываются от него уши. Аптечек нет. Черт, ладно. Там деньги, их не смогу подобрать. Винсу это понравится. Теперь нужно уносить свою задницу, пока эта дура не взорвалась. Дьявол! Я ж совсем забыл про Чампа! Отлично, собачий приют. Это предпоследний уровень в этой игре. Мы приближаемся очень быстро к концу. Так. Тут будут старые наши... Похоже, никого. Друзья. Придется искать Чампу самому. Интересно, что здесь произошло? Наши старые друзья из Shade the Pain, а более, если поточнее, то из среды. Скоро мы увидим, кто это. Такие. О, мачете. О, аптечки и оружие. Прикольно. Собачьи лакомства. Бисквиты. Отлично. Гарема. А? Эй, а ты кто такой? Пушистик, взять! Деревенщины! Ох ты. Всех убил, да? Ну ладно. Так. Пока не буду тут трогать пиццу. Потому что, возможно, где-то здесь будет аптечка поблизости. Проще убить вот так вот, если не застревать на дверях, на идиотских. Блин, тут трубка. Правда, ну ничего, я потом ее смогу добыть.
Дверь сама по себе открылась. Иди сюда. Ну ты какой охреневший. Я знаю, что ты думаешь, но как это не забавно, я никогда не любил видеоигры. Ой. Ау. Вау. Вау. Кардиограмма идет, или как там это называется, я уж не помню. Так, вот. Так вот, ой. Блин, там собаки. О, нифига себе, она подлетела. Так. Все еще буду рассчитывать на аптечку. Ой-ой, это больно немножко так. Так. Так, тут кошки, да? Тут деревенщин. Не, тут собака. Аптечка! Даже две. Круто! Супер! О, эта штука хорошо действует. Так, я вот здесь вот, я вначале спущусь вот сюда и возьму ту трубку, которую я вот тут видел. Конечно, мне часть уровня придется еще раз пройти, правда, естественно, уже без врагов. Кто там? Такой меткий. Блин, опасное тело. Может, я так. Ой, да ладно, я даже так. Я даже так. Можно. Вы, вероятно, думаете, что я не очень хороший человек. Так, сейчас сюда прибегут собаки. Так, где все остальные? Потихоньку. Вроде бы все. Это все, которые там изначально и были. Так, тут где-то коровья голова валяется в углу. Ой! Так. Мне что-то не кажется, что действительно где-то... Вот она была не в углу, а вот прям вот тут вот. Ну, да. Ну, какая разница. Самое главное, что она здесь есть. Вот и все. Ой. Кошечки. Так. Что тут еще? Ножницы. Prepared for training, sent downstairs for experimentation. Ага. Я вот специально это все не перевожу, чтобы те, кто не знает английский, поломали голову. Ну-ка. Потому что компьютер можно так откинуть, по-прикольненькому. Там чувак один с молотовым. У меня автомат закончился, вы серьезно? Пистолетик.
Автомат мне понадобится еще, я думаю. Хотя не очень. А, вот как раз он. Конечно, 16. А, нет. 35. Неожиданно. Избавиться. Так вот, да, все. Ну ладно, хрен совсем, пошли так. Похоже, пришла жопа. Тём! Хороший пёс. А теперь пошли отсюда. Отлично, последний уровень, мост. Так. Чамп будет бегать все время со мной, но он не сможет так до конца со мной бегать, потому что он там в некоторых моментах будет очень сильно тупить, его интеллект не будет позволять за мной всюду успевать. Точнее, не успевать, а просто следовать. Эй! Вот все, одного урода я уже убил, который тут всем мешает. Так, Чамп, не надо в неприятности. Так, у меня собачья еда есть, если захочу его побаловать. Так, тут все обойду, тут возможно. Тут где-то есть пицца за каким-то из домов. Вот она. Отлично. Офигеть, как я все это помню. Просто я про каждый тайник до сих пор помню, спустя столько лет. Я хочу вот так вот их поубивать. Приятного вам дня. Да. Это все, что они могут. Ой. Так, зомби все, то, что их надо только завалить, потому что хоть военные мои враги, зомби при этом не становятся моими друзьями. Тут все мои враги, но при этом они еще и друг для друга, то и вот так это вот все. Что они могут сказать. Так вот все вот получается тут запутано. Так, тут аптечка, да. Мне определенно нужно еще. Ну да, было бы неплохо. Длиннющая лестница наверх. Самолеты тут еще будут нас бомбить. Пока они просто так пролетели, посмотрели, но потом они будут нас именно бомбить. Это будет очень даже не прикольно. Эти лесенки очень опасны, однако на конце сам лучше спрыгивать, а то возможно, что от лесенки так отлетишь, что вот туда улетишь и мгновенно сдохнешь. Вот так вот лучше делать. Хоть одно хп я потратил, но блин, одно хп, что это? Несерьезно. Ой, самолеты. Да, вот
так вот. Люди сами себя подожгли и сдохли. Все. До единого. Ох ты, дебил-то! Дебилы. Ой, дебилы. Это же надо быть такими идиотами. Ой, тут злые псы будут. Самолетики. И зомби с базуки, как будто он и пользоваться, блин, умеет. Да. Забавненько тут все это так сделано. Гранаты. Ой. Вот и все. Вы, вероятно, думаете, что я не очень хороший человек. Я просто лил ему голову случайно. Упс. Вот дебил, вот кто так коктейли Молотова кидает на таком близком расстоянии, прямо вот себе под нос. И подыхают моментально от этого. Давай, давай, давай. Так, тут ничего нет. Я могу и так пройти побыстрее, но хочу я все-таки залезть на мост. Ну, точнее, так на мосту, я имею в виду на вот эту, на башенку мостовую. Потому что там что-то тоже есть офигенненькое. Я не помню, что. Три зомби. Да. Пустая трата времени. Так, вот аккуратненько, не хочу тут свалиться с такой высоты. А если вниз свалиться вон в самый туда, то я сдохну. Я это уже говорил. Вот тут, на этот раз я даже урон на него не получил. Вообще, замечательно. Просто. Ой. Ты прям вот сейчас сдох. Моментально. Так, самолетики. О, аптечка. Давно я ей... Давно я аптечки не видел, честно говоря. Как вы сдохли? У вас же даже головы не оторваны. Так, сейчас тут будет один из военных. Тут появится военный. Они будут... Один из них будет с базукой. Упс. Так, все. Больше уже бомбежек не будет. Все, отлично, я убил того, который из базука, который самый опасный, и все остальное это просто легко. О, они... Так я всех, что ли, уже убил? Каким образом я это сделал? Один еще остался, ну... Мне определенно нужно еще. Так, все подобрал? Что? Что я могу подобрать? Воу. Прикольненько тут так. А брони-то что нету? Ну... Как-то не по кайфу. Вот тут вроде есть трубочка. Да, вот есть тут трубочка такая классненькая. Ну что ж, пора идти на последнюю схватку.
Пещерный зомби, повелитель ада, склонись перед моим божественным членом и жопой! У какого-то дизайнера совсем съехал крыша. Итак, это Майк Джей, как раз тот работник РВС, которого я попросил запомнить в понедельник. Этот финальный босс, он очень легкий на самом деле, как бы это странно ни было. Так, вначале просто я делаю вот так вот. А, хотя нет, вначале я просто вот так вот делаю. Выстреляю все эти штуковины. Блин. Теперь вот так вот делаю. Да, детка, я... Тыщ. Вот, а вот тут такой баг, что вы в Апокалипс Викинг, что если правую кнопку стрелять, то он не будет их перезаряжать. Так, теперь. Вот так. Абсолютно не заряжая в них его. Блять! Пока на мне есть время мяты. Стой! Я с тобой еще не закончил, урод, тупой. Так, все, он снова возродил себе эти хрени, которые над его головой. То есть пока вот эти головы вокруг него летают, ему само урон нельзя нанести. Когда все эти головы уничтожаешь, он становится уязвимым. То есть это вообще очень все просто. Ой, он пуляется в меня с хренью. Две атаки ему жизни, зеленая голова, она самоводящаяся, а обычная это обычная. Еще он из со своих сосков может пуляться спермой. Это, конечно, ужасно, но. Да как ты так бы уже бы быстро перезарядился? Нечестно. Стой. Все, он сдох, отлично, ура! Все пройдено, после 2 пройдено, апокалипсис. Так, вот опять же статистика. Ух ты, тут как-то немного получилось поприкольнее вроде бы, чем в прошлый раз. Всего людей убито 398, уложенные зомби 154, Брайан выжил, нет, оттрахано талибов 198, убито военных 145, потеряно молотов жопе коровы 0. Наверное, типа надо, чтобы они там вообще навсегда остались, я не знаю.
все слоны убиты косой, да. Выстрелил в голову из винтовки 18, голов разнесено дробовиком 158, котов изнасиловал на оружие 0, да. Зачем это надо? Котов уничтожено 14, галлонов мочи испущено всего лишь 2. Конечности отрублено 36, отрублено голов 21. Воскрешено зомби 2, да. Итого, оставная машина смерти, отлично. Ну вот и все, прохождение закончено, но тут появилась новость, что в ближайшее время выходит продолжение Postal 2, спустя столько лет. Postal 2 Paradise Lost, я не знаю, когда он выйдет, но когда он выйдет, я тут же стану его проходить, это будет очень классно. Так что, а так, все, всем спасибо за просмотр, с вами был ТДС, всего хорошего.